На Сахалине сотрудники полиции задержали сразу 12 человек, которые незаконно торговали морепродуктами. Главным образом они продавали камчатского краба, красную и черную икру. Все это злоумышленники приобретали у браконьеров и перевозили на свой подпольный завод, который оборудовали в частном доме. В одних комнатах был цех по переработке и подготовке морепродуктов к продаже, а в других – склад. Деликатесы впоследствии отправлялись в дорогие рестораны. Отмечу, что торговцы особо не скрывались и активно рекламировали себя через соцсети. В целях конспирации подозреваемые общались между собой, в основном в закрытых группах в мессенджерах, а также периодически меняли местоположение перегруза и хранение незаконно добытых биоресурсов. Полицейские изъяли 2 тонны различных морепродуктов. Ущерб исчисляется миллионами рублей.